Среди этих вагонов есть один не совсем обычный. Он не приписан ни к одному железнодорожному составу. Цепляют его к ночному поезду, чтобы утром доставить на очередную стоянку. Вдоль участка Горьковской железной дороги, что проходит по территории Кировской области, есть небольшие станции-разъезды порой в 2-3 дома. Жителей таких поселков и обслуживает бригада культработников передвижного клуба. Станция «Бумкомбинат». Станислав Николаевич Шикалов, он заведует вагоном-клубом уже более 20 лет, в первую очередь должен оповестить всех о программе на сегодняшний день. Работа у железнодорожников сменная. Деловая жизнь в клубе начинается с самого утра. Член общества знания Петр Афанасьевич Курбатов ведет беседу. Тема актуальная. О задачах, которые поставил перед работниками транспорта ноябрьский пленум ЦК партии. Для ребят подготовлена своя программа. К ним во время зимних каникул приехала детская агитбригада Дворца культуры железнодорожников. Неизменно в концертах участвует и заведующий клубом. Станислава Шикалова знают на станциях как мастера оригинального жанра. Ближе к вечеру главным человеком становится здесь Женя Воробьев, киномеханик. Он покажет программу документальных и научно-популярных лент. И, конечно же, новый художественный фильм. Утро завтрашнего дня передвижной клуб встретит на следующей станции.